Все, мне очень сложно представить, что здесь когда-то была жизнь. Это место, ребят, находится в 260 километрах от Сан-Диего. И здесь вот очень сильно пахнет солью. Я вам сейчас покажу, что это такое. Вот это очень-очень тихое, видите? Большое, огромное озеро. Называется этот Salton Sea. Ну, типа море. Вот. И когда-то здесь, в 50-х годах, был построен резорт для богатых людей, чтобы они могли здесь круглый год отдыхать, потому что это находится посреди пустыни. Здесь круглый год жарко. И здесь стояли яхты. В общем, это была марина. Здесь стояли яхты. Вот вы видите сейчас, это вот был причал, это все, что от него осталось, естественно. Вот, но так как вокруг здесь существует очень много ферм, то эти фермы, естественно, они тоже посреди пустыни, они брали воду отсюда, из этого большого озера, моря, скажем так. И тогда, в те времена, еще применялись удобрения, сейчас это уже строго контролируется здесь, в Штатах. Ну, в общем, в то время они еще их применяли, и, естественно, все соляные воды, они все стекали обратно сюда. И вообще, конечно, концентрация соли, вот это вот крыло птицы, концентрация соли в этом озере 8 раз превышает концентрацию соли в Тихом океане. И еще, когда это озеро разливалось, если был, допустим, сезон дождей, то, конечно же, этой солью тут разъедало все вокруг. Вот там издалека вы видите вот эти заброшенные домики, разрушенные. Здесь никто не живет. Там только стоит там пара трейлеров или RV. Но это либо туристы, которые путешествуют просто вот в этих вагончиках по всем штатам. И на пару ночей могут останавливаться где-то. Вообще, вот здесь как раз проходит, между прочим, разлом Сан-Андреас. И вот здесь его считается самая южная точка. Здесь вот эта зона достаточно сейсмоактивная. Не так сказать, чтобы прямо сильные здесь были толчки, но бывает и 5 с лишним баллов. Просто бывают они тут почти каждый день. Такие дела. Вот сейчас я ничего не буду говорить. Я просто хочу, чтобы вы послушали. Какая-то звенящая тишина. Смотрите, вода как будто бы застыла. Неподвижно. Мертвая вода.